А люди, одурманенные этой пропагандой, которая продолжается, начинают мне писать, что сбежал в Израиль. Какой Израиль? Это не Израиль. Это Франция. Сбежал в Израиль, и там с женой на раскладушке у друзей кое-как живет. Неправда. На втором этаже у нас спальня. Огромная широкая кровать. Что еще они врут по этому поводу? Умрешь в нищете, сволочь, усатый поваренок. Усатый таракан, поваренок, предатель.